Страны большие и маленькие, состоявшиеся и несостоявшиеся, страны, где идет гражданская война, и страны, где последние 500 лет мир, страны, где сотни нобелевских лауреатов, и страны, где неграмотное население, имеют по одному голосу на Генеральной Ассамблее. Это называется демократия. Никакой другой демократии Господь Бог не создал. Все имеют одинаковый голос. Ботсвана и Китай, там, Сейшельские острова и Россия и так далее. У каждого по одному голосу. Таким образом, подавляющее большинство государств ООН — это, естественно, государства стран Азии и Африки, которые испытывают классовую, ну, как минимум классовую, а может и расовую... Ненависть. Ненависть к Израилю и классовую, а может быть и расовую симпатию к Палестине. Поэтому голосование на Генеральной Ассамблее ООН, чисто демократическое, 100% всегда будет антиизраильским и 100% всегда будет пропалестинским.